Верхние формы. Что это такое? Как с ними работать и вообще стоит ли их использовать? Сегодня в этом ролике мы разберем все секреты работы с верхними формами. Меня зовут Александра Царева, это канал Runail. Подписывайтесь. Что такое верхние формы? Наверняка вы про них уже слышали, ведь они существовали еще 10 лет назад. Но тогда их качество было весьма посредственное, они были достаточно жесткими и не имели такого разнообразия форм. Арочные, плоские, с большим изгибом, зауженные и так далее. Также ранее с верхними формами можно было работать только при помощи акрила. А он имел ряд минусов перед уже набирающим популярность гелем. Работать с акрилом на постоянной основе было достаточно сложно. Потому что сам акрил – это пудра, которую необходимо соединить с мономером для реакции полимеризации. При этом сам акрил ничем не пахнет, а вот мономер имеет достаточно специфический яркий запах, который нравился не всем мастерам. Именно поэтому тогда верхние формы не набрали такой популярности. Но сейчас появился прекрасный материал акригель, который в корне поменял ситуацию. Работать с верхними формами стало просто и удобно. Акригель полностью контролируется мастером, то есть куда мастер его поведет, туда он и ляжет. Поэтому это еще один материал, который очень поможет новичкам в работе. Переходим к практике. У нас уже полностью подготовлена ногтевая пластина, выполнен маникюр и зашлифована глянцевая поверхность. Далее, прежде чем мы приступим к подготовительным этапам, нам сначала нужно подобрать верхнюю форму. Здесь у меня представлено несколько вариантов. Есть верхние формы арочный квадрат, арочный миндаль, а также классическая для салонного моделирования. Соответственно, они различаются не только по форме будущего ногтя, но также и по изгибу. Прежде чем подбирать верхнюю форму к ногтю, очень важно помнить правило, что верхняя форма должна быть больше, чем натуральная ногтевая пластина. Почему это происходит? Когда внутрь мы выкладываем материал и прикладываем верхнюю форму с материалом к ногтю, верхняя форма у нас как будто бы слегка приподнимается. Поэтому очень важно подобрать форму, чтобы она закрывала внахлёст точки вроста. Если же вы подберете форму меньшего размера, то при прикладывании и при постановке верхней формы на ноготь, она у вас поднимется и точки вроста будут оголены. Например, если мы прикладываем эту верхнюю форму, она у нас полностью не надевается на ноготочек, точки вроста у нас остаются открытыми, и такую верхнюю форму нельзя использовать к этому пальчику. У верхней формы есть цифра, которая обозначает ее размер. Если вам нужен размер больше, то, соответственно, вы сразу в верхней форме увидите, какую вам нужно взять. Я сразу себе подготовила два разных размера. Прикладываем следующую цифру, смотрим с одной стороны и с другой. Эта верхняя форма нам подходит, точки вроста у нас остаются закрытыми. И еще очень важно, чтобы между верхней формой и ногтем было пространство, в которое вы будете вкладывать материал. Переходим к этапу подготовки ногтевой пластины. Хорошенько обезжириваем ногтевую пластину. Особое внимание уделяем зоне под кутикулой и зоне боковых пазух. Далее для дополнительного обезжиривания используем бонд. И для усиления адгезии используем праймер с липким слоем. Очень важно праймер хорошенько отжать и наносить его только полусухой кистью, чтобы не допустить переизбытка материала. И в качестве подложки используем прозрачную каучуковую базу Adgesive Foundation. Наносим ее тонким втирающим слоем. И пока полимеризуется база, мы можем сразу выкладывать материал в верхнюю форму. Для этого я взяла гибрид акрила и геля Elastone, очень красивого, нежного, камуфлирующего цвета с блестками. Также для работы нам понадобится любая овальная кисть. В данном случае у меня вот такого размера, но вы можете использовать более крупную овальную кисть, если вы, например, любите такие кисточки. Я как мастер предпочитаю работать более мелкими кистями, поэтому выбираю именно такой формат. А также для работы нам понадобится ликвид. При помощи ликвида мы будем разравнивать эластон в верхней форме. Кто-то предпочитает наливать ликвид в маленький стаканчик для мономера, а я же предпочитаю наносить ликвид на обычную безворсовую салфетку и таким образом работать. Выкладываем эластон в верхнюю форму. Количество эластона вы можете контролировать в зависимости от той длины, которую собираетесь сделать. Смачиваем кисть в ликвиде. Обратите внимание, что кисть я смачиваю с двух сторон, как будто бы прихлопывающими движениями. И начинаем распределять материал от кутикулы. Точно такими же прихлопывающими движениями очень важно работать пузиком кисти, потому что пузико у кисти самая сильная ее часть. Если же вы будете выглаживать кончиком кисти, то вы просто будете очень долго работать. Для того, чтобы сделать это быстро и эффективно, важно работать именно пузиком. При этом кисть у меня лежит практически полностью на материале.
Правильная архитектура в данном случае будет, если вы оставите основной объем материала по центру ногтя, а к боковым пазухам и к зоне около кутикулы материал будет сходить на нет. Растягиваем материал до той длины, которую запланировали. Проверяем материал со всех сторон. Если все выложено ровно, то мы можем уже прикладывать его к ногтю. Также не менее важен этап постановки верхней формы. Очень важно делать это не сразу полностью на ноготь, а делать это постепенно от кутикулы. То есть вы сначала подставляете верхнюю форму и плавно ее опускаете. Таким образом, это движение будет гарантировать отсутствие воздуха под верхней формой. И еще я рекомендую не устанавливать верхнюю форму прямо под кутикулу, для того, чтобы вам потом легче было опиливать и докладывать дополнительно материал. Устанавливаем верхнюю форму. Сначала подкладываем верхнюю форму к зоне около кутикулы и плавно опускаем на себя. В этот момент вы можете контролировать постановку верхней формы, двигать ее в разные стороны. Акригель достаточно густой материал, поэтому он позволяет нам чуть дольше работать с верхней формой. Именно поэтому это очень удобный способ наращивания для новичков. И также на этом этапе очень важно перевернуть ручку клиента и проработать зону под ногтем. Обязательно придерживайте верхнюю форму снизу ноготочка. И вот в этой зоне мы как раз-таки можем проработать именно кончиком кисти, потому что здесь нам не нужно полностью выравнивать материал, здесь нам просто необходимо убрать излишки акригеля от ногтя. Перед полноценной полимеризацией обязательно проверьте постановку верхней формы. И если все хорошо, то отправляйте на полимеризацию минимум на 60 секунд. Снимаем верхнюю форму после полимеризации. Сначала немножечко проходимся по свободному краю, как бы слегка его сжимая, для того, чтобы у нас материал отстал от верхней формы. И придерживая в зоне около кутикулы, начинаем потихонечку расшатывать верхнюю форму справа налево. Таким образом, верхняя форма очень легко снимается. Ни в коем случае не стоит сразу резким движением снимать верхнюю форму, потому что вы рискуете просто повредить ноготок, который только что сделали. Далее нам необходимо оперить зону около кутикулы и также подпилить свободный край. Сверху у нас нет липкого слоя, но он есть изнутри, поэтому я его сразу убираю. Для опила зоны около кутикулы используем маленькую твердосплавную или керамическую фрезу. Очень важно, чтобы у нее был не очень острый кончик, иначе вы просто можете случайно повредить кожу клиента. Поэтому выбираем со скругленным кончиком. Опиливаем бортик около кутикулы. Поскольку постановка в форме была достаточно верная, у нас здесь совершенно немного материала лишнего. Поэтому и опиливать сильно много тоже не придется. И переходим к опилу свободного края. Для того, чтобы опилить боковые параллели, пилочку подставляем под ноготок. Также, если вдруг вы забыли убрать излишки материала из-под ногтя, то после полимеризации переворачивайте ручку клиента и выпиливайте той же фрезой, которой опиливали зону около кутикулы. И теперь у нас остается еще один небольшой этап – это доложить материал немножечко около кутикулы. Я специально форму подставила чуть дальше от кутикулы, для того, чтобы мне легче было здесь все опилить и потом уже доложить дополнительно материал. Бывают такие ноготочки, такие анатомические особенности, когда мы можем подставить верхнюю форму уже сразу практически под кутикулу. Но если вы вдруг новичок и еще пока сомневаетесь в своих способностях, то я рекомендую все-таки отступить от кутикулы. Иначе, если вдруг материал потечет под кутикулу и заполимеризуется, вам очень сложно будет его оттуда потом убрать. Поэтому просто оставьте себе шанс на ошибку и чуть-чуть подальше отойдите от кутикулы. Прежде чем докладывать материал около кутикулы, необходимо зашлифовать поверхность ногтя. Обезжириваем ноготь. Хорошенько убираем всю пыль. И сразу из-под ногтя делаем то же самое. И сейчас я расскажу классный лайфхак для того, чтобы ускорить процесс выкладки материала около кутикулы. Поскольку эластон достаточно густой материал, его достаточно сложно раскладывать в тонкий слой. Но основа у нас блестящая, поэтому я рекомендую размешать акригель, тот, который вы использовали для выкладки, с базой, которую наносили в качестве подложки, для того, чтобы просто добиться более жидкой консистенции. Смешиваем до однородной консистенции. И вот такую смесь потом можно будет нанести на зону около кутикулы. Причем не стоит бояться, что она станет более эластичной, поскольку основной объем материала в стрессовой зоне мы уже нанесли при помощи эластона. Набираем небольшую капельку на кисть и выкладываем.
Таким образом, мы добьемся плавного перехода от кутикулы к основному объему материала и не потратим на это слишком много времени. И после полимеризации мы можем приступить к выполнению дизайна, к покрытию цветом или к перекрытию топом. Мы в данном случае решили оставить камуфлирующий оттенок и просто перекрываем топом. Перед полимеризацией можно ручку клиента перевернуть для того, чтобы топ слегка стек в центр ногтя. И отправляем на полимеризацию. И вот так выглядит наш готовый ноготь. Он получился тонким, изящным, полупрозрачным возле кутикулы, что обеспечивает плавное отрастание материала. И также достаточно тонким в торце. При помощи верхних форм можно создавать аквариумные дизайны и даже выкладные френчи. Кстати, для облегчения работы с выкладным френчем у нас существуют силиконовые вкладыши, которые сразу позволяют создать красивую и ровную линию улыбки. Таким образом, верхние формы – это классный и удобный способ наращивать ногти. Современные техники наращивания позволяют работать не только акригелем, а еще и гелем. И, конечно же, помогают быстро создать красивые, тонкие, изящные ногти. А разнообразие размеров и форм позволяет подобрать верхнюю форму под любые анатомические особенности клиента. А пока не забывайте поставить лайк и подписаться. С вами была Александра Царева, канал Рунейл. До новых встреч!